кидает шайбу снова вот сюда на пятак, и это снова возникает, это снова, вернее, вызывает такой пожар возле ворот Бориса, но Магнитка при этом пока не пользуется шансами. Все подборы на чужом пятаке остаются за магнитогорской командой. То есть Борису нужно убирать вот это для того, чтобы рассчитывать на хоть какой-то локальный успех, потому что когда ты проигрываешь всю борьбу перед своими воротами, от этого могут быть серьезные проблемы. Вот здесь опасно, и Ортио опять останавливает шайбу. Карри мог забивать. Смотри, вот они забили-то, в общем-то, так, когда выскочили, да, вот через такой перевод быстрый в зону атаки. И сейчас могли забивать.